Вы видали Марьяну курицу? Я сегодня что-то это в лес съездила туда-сюда, третье, десятое. Переборск, свалка на заднем фоне. Ну и красавица тоже на заднем фоне. И красавица. И пакет быстрее унесла, хотела девочкам показать. Вот поговорить с этими детьми, да? Вот как хочешь. А? Так, Мартюш, дверь не закрываем, ты охраняешь. Кто зайдет, залезать до смерти. Понял? Сейчас мы придем. Мы пошли. Дочь уже забрала с Валберис этот. Ну, короче, для Мартюши накидку. Сейчас я приду, и Кристина сейчас придет. Сиди. Пошли одевать, короче, на машину, в машину точнее. Слушайте, на улице-то вот не жарко ни хрена. Правда, время вечер уже, но все равно холодно. Я вообще у нас не помню, чтобы были прям вот вечера такие теплые-теплые. Здравствуйте. Всегда вот так вот летом. Днем, если даже жара, вечером все равно всегда холодно. Ой, я засыпала, сидела, девчонки, заказы оформляю, это, стоит, видео монтирую, то все третье, десятое, ну а сейчас как не снимать, сам Бог велел. Газонокосилку уберем? Куда я тебе уберу свою газонокосилку? Не, вы видели, газонокосилку свою убираем? Таким командирским голосом мама прям присела и все, и не знает, куда деваться. Сейчас, погодите. Что там было, дочь? Матюша на ошейник. Ага. А что, короткий какой-то. Ну, давай сейчас разберемся. А, это зацеплять прям вот? Наверное, может, там еще есть. Ё-моё, даже ремни безопасности всякие разные. Ты дай-ка вот эту щетку сюда. В тот карман вон ложили, вон оторвали. Нахрен, все. В тот карман ложили, дочь, смотри сюда. А в этом кармане кого только нет. Ёкарный бабай, а. Ну ты можешь не дергать, у меня одна рука-то. Да я пытаюсь ещё расправить. А-а-а. Так, девочки, погодите, сейчас мы ее сделаем, потом вам покажем. Так, ну, вспышку пришлось включить. Постоянно с косилкой же мы ездить не будем, она не умещается. Как я ее тут не крутила, не вертела. Косилка будет вон конец с той стороны. Дочь, а может вот мотор туда поставить, а не вот эту штуку? Я боюсь, что он об нее поранится. Ну, с мотором. Короче, здесь с обратной стороны вот такая вот штука, чтобы не ерзала. Вот она прям плотно сидит. Вот, там все крепится в сиденье. Здесь крепится за сиденье, там тоже. Вот, здесь вот такой ремень безопасности. К ошейнику цеплять. Здесь все застегается. Дочь, застегни. Сиденье мы подвинули, чтобы оно было близко. Ну, короче, когда он сядет в машину, будет вот такая у него тут люлька. Сейчас что-то буду думать с этой, с косилкой. Ну, а так вот. Вот такой вот материал классный. Прям хорошая штука, вообще обалденная. Здесь вот такая сеточка, чтобы он меня видел и лежал. Здесь вот есть молния, эту сеточку можно открыть, и он будет здесь мордашкой. Если долго мучиться, чего-нибудь получится. Плохо со вспышкой снимать. В общем, вот так. Все, косилка там, мы ее уложили. Спать аккуратно. Для чего вот эти кармашки, не понимаю. Для бутылочки с водичкой, что ли, с сосочкой. Ну, в общем, вот так. Все, двери закрываются, и все, здесь везде все ему мягенько, классненько.
Все, и темно, вам ничего не видно. И так ничего не видно. Сумерки уже на улице. Девочки, я огурчиков хочу малосольных. Порезала их, помыла. На 2 секундочки водичку положила. У меня такого укропа нету. Поэтому я добавлю сушеный. Я у вас блогер года, девочки. Я ездила в магазин посмотреть, что почем. Точнее, трубу смотреть ездила. Мне труба нужна на второй заезд. Там не было. Чуть-чуть петрушечки. В общем, снимала вам, снимала. Чего снимала? На выключенной камере. Так могу снимать только я. Больше никто. Представляете? Звезда.
пленительного счастья. Чесночка, девочки, пару зубчиков для аромата. А здесь был, ну ладно. Один зубка. Ай. Блин, не имеют пальцы, и все, хоть ты тресни. Кончики пальцев на левой руке. То на правой, то на левой. Так мой организм и гонит меня к нервопатологу. Видать, где-то защемленный хорошо нерв. Да, девочки? Хондроз-то ж не просто так. Ёкарный бабай, соль-то закончилась в этом доме, представляете? Ну вот положу не целую ложку. Хватит, наверное, для малосольных-то огурчиков. Забыла. Попозже сгоняю в магазин. Через 2 часа попробуем. Через часик. Добавочный. Все, и в холодильник. Любовь Дмитриевна Д, правильно, наверное, сказала, прислала мне перевод и написала на досточку. На досточку. Да. Спасибо большое. Огромное-огромное спасибо. Знайте, что ваш вклад будет в моем доме. Спасибо вам большое. Очень приятно, правда. Пусть вернется вам чем хотите. Хотите здоровьем. Ну, а лучше желаю вам здоровья. И вообще всем вам, мои хорошие. Я сижу, заказы оформляю, и мне вот сообщение через Сбербанк и написано на досточку. Спасибо большое. Девчули, сейчас у меня начнется приступ бешенства. Я больше не могу. Меня сегодня почему-то очень много чего раздражает. Так бывает? Вот у меня сегодня так. Сосед стоит под окном уже, наверное, 2 часа. А, ну да, вот огурцы 2 часа делаются. И на газоне у него там газон с зимы стоял. Вот он его сейчас завел, и вот он 2 часа газует, стоит. Че он там газует, я не знаю. Но меня его газулька уже раздражает. Уже хочу выйти. И послать его на 3 веселых буквы. Вместе с его газоном.
Блядь, встал посреди двух домов и газует. Неужели одну меняет, раздражает? У всех окна открыты, и все вот слушают его вот этот. Врррр, стройка эта долбаная задолбала уже. Круглосуточно стучат, шумят, газуют. Еще и он тут под окнами встал на своем газоне. Прям под окнами вот у меня стоит возле моей машины. Вы, наверное, сколько раз видели. Я свою машину, блин, надо куда поехать, завожу и уезжаю, чтобы людей не беспокоить. Огурчики открываю, девочки. Где-то тут. Вот он. Наталья Анатольевна, огурчики. Перестал, что ли, газовать? А то уже я газовать начинаю. Приятного аппетита. Сегодня надо съездить на фазенду-то мою. Сорвать огурцы-то. Мартюшина кресло проверить. Как он в нем ехать будет. Да? Лежит, мне ноги греет. Как всегда. Я их сейчас подержал в холодильнике и вытащил на стол, потому что холодные не люблю. Вот эти маленькие, это Наталья Анатольевна, вкуснее. Магазинные было парочку огурцов, тоже сюда вот их зафигачила. Не то пальто. Вот магазинные. А вот Наталья Анатольевна. Я все суп куриный ем, девочки. Сварила пора что. Вот и ем одна. Вечно готовлю, как на Маланькину свадьбу, блин. Перестал газовать, слава тебе, Господи. Ты уже не могу, прям, девчонки, меня аж из себя выворачивает. Я уже окна позакрывала там. Во-первых, он газует, вонище вот этим вот. На чем он там, по-моему, на бензине. Мне лучше пусть соляркой воняет, чем этим бензином, фиг поймешь каким, ацетоном. Мне солярка ближе к телу. Надо же ходить по этому рынку строительному. Типа с включенной камерой. Представляете? Ну, там не было ничего интересного. Не переживайте. Я из-за трубы только поехала. А там трубы нет. Потому что у меня КамАЗ этот раз выезжал
с тех ворот, через эту канаву. Я думал, он сейчас застрянет. Он как рухнул задними колесами туда. А дяденька мне кричит, не переживай. А если провалимся, то на мост. Я говорю, спасибо. Я промолчу, можно? А еще спасибо всем за лайки на Дзене, за просмотры. Вот. За дизлайки. Вы когда ставите дизлайки, думаете, я не вижу, так же, как на Ютубе? Вот на Ютубе я не вижу. Кто смотрел, кто поставил лайк, кто поставил дизлайк. А на Дзене я вижу все, и кто меня смотрит. И кто лайкает. И кто комментирует? Ой, кто комментирует, понятно. Кто дизлайкает? Я все это вижу на Дзене. Я же автор канала-то. У меня есть такая функция, где я могу всех посмотреть, кто меня за сегодня посмотрел. Кто пролайкал, кто продизлайкал. И знаете, что интересно? Я всегда забываю вам об этом сказать, что я вижу на Дзене. Комментарии пишут лестные, ставят дизлайк. Это как называется? Лицемерие, да? Человеки в черном списке, которые сидят, не могут успокоиться. Сидят в черном списке, писать ничего не могут только. А вот смотреть смотрят. Очень интересно. Чем же я дышу сегодня? Куда же я езжу сегодня? Что же я делаю сегодня? Насколько скучна своя жизнь, да? Что моя интереснее. Девочки, это я к избранным сейчас обращаюсь. К тем, кто в черном списке сидит. Что их отправляешь в черный список, они писать не могут, но смотреть не перестают. Угу. Смотри, смотри. Может, что-нибудь увидишь интересное в этой жизни для себя. Сделай огурчики. Вкусные. Угу. Вдруг пригодится. Артюш, скажи всем привет. Скажи, я с мамой. В окошко смотрит. Короче, мы поехали огурцы проверять. Заодно погуляет.
Как он запрыгнул в машину, я вам показать не могу. Ну, я ему помогала. Но он хорошо пошел на заднее сиденье. Легко. Игрушка на месте. Да? Вкусно? А? Вкусная изолента, Мартёш? Вкусная? Срать будешь изолентой? Дурилка картонная. Сегодня косить ничего не буду. Я приехала огурцы посмотреть, да вон, чтоб побегал. Летит, летит торнадо. А вон еще одна твоя палочка, Мартюш. Смотри. Положил. Ничего, не хочется здесь бегать, да, где мама косила? Не хочется? Ну вот поляха маме не надо бить. Жопкин. Так, ну что? Ого, там два огурца выросло. Так, пойду воды налью. Так, ты, Титан. Бульдозер. Надо тебе ее это обрезать, покороче сделать. Тут меня бьешь палкой своей. В курсе? У меня здесь вода стоит в колодце, набранная в ведерке. Ему сейчас налью попить. Коняшка-то. Вот, пописей. Давай покакай еще. Будешь вообще молодец. Мартюша, сейчас ты мне опрокинешь воду. Мама будет ругаться. Так, сюда нельзя. Иди отсюда. Бери палку свою. И иди туда. Дай я огурцы посмотрю. Ты возле меня дома постоянно трешься. Ему тоже надо огурцы смотреть. Видели теле. Профессор. Упали у меня тут мои огурчики. Блин, а у меня есть чем подвязать-то их? Ой, вам не показываю ничего. Простите. Так. Надо что-то... О, вот так сейчас я их зацеплю. И это не хочет. Ты где у тебя конец-то? Девочки, я сегодня блогер от Бога. Честное слово. Так, все, эту поставили. Это закрепится сама. Это висит? Да, висит. Вот он, смотрите, вот он лег прямо вот у меня под ногами. А? Этот так и не прижился. Ну и ладно. Ну и ладненько. Так, на этих еще нету. Мартюш, ты не знаешь, как мне вас обойти? Вкусная палка. Вот, бери, иди туда. Так. Будем пробы снимать, девочки. Пускай другие растут. Да? Малы, конечно, еще. Ну и ладно. Уже пора. Вот здесь зато. О, какой богатырь. А то другие расти не могут. Первые надо сорвать, говорят, пораньше. Пусть маленькие, но наши. Да? Больше не видать? Нет, больше не видать. Вроде.
вроде не видать. О, видали? Это первый урожай, не ноты футы. Ни хрен по мелочи. Даже с куриными перышками. Ой, я опять матом сказала. Ой, простите, пожалуйста. Я у вас какая-то хабалка стала. Вот скошу траву, что ребенок есть будет? А? Голодный останется, детёта. Завела его сюда, в кусты. Может, здесь покакает. Мы же культурные. Нам же только кустики нужны, чтобы покакать. Подожди, говорит, мам, покакать я и дома могу. Травы такой вкусной там нету. Да. Его и не видно за травой-то. Чудо свершилось. Он в тех кустиках. Сейчас уберу и поедем домой. Удобрение, да, Мартюш? А, сына? Удобрение? Ну все, совсем ребенок освоился. Красота. Ну что, мы дома с Плюшкой. Плюша мясо ждет, там размораживается он ему. Ну, что я вам могу сказать, девочки, с этим покрывалом Мартюша? Сидит, нервничает, ерзает, прыгает по нему, пытается сгрызть. Ну, он не привыкший ездить вот вообще куда-то, это во-первых. Он ездит, но он не привыкший. Вот, езда на 5 минут – это не для нас. Он устал. То, что он там побегал, порезвился, это хорошо, да? Но съездить в один конец и там день, два, три, неделю побыть и поехать обратно, это другое дело, да? А вот так туда-сюда его мотать с собой каждый день, это не то. Во-первых, я вышла из машины вся, как Мартюша, белая. Потому что он нервничал, он елозил, все волосы его по машине полетели. Ну, я его очень люблю, но ходить волосатая вся не хочу. Вот, все его покрывало, сейчас отдохну, вот это вот, пойду сниму, и его надо чистить, хотя, ну, там пишется, что оно легко чистится, может, вытряхнется и все. Но факт в том, что он вылез из машины, и все его волосы полетели по всему салону. Ну, вот представляете, да, ты едешь, ты, и на тебя летят отовсюду волосы. Ну, не по кайфу, вот, если честно. Поэтому Плюшка будет ездить уж тогда, когда там что-то будет. Таскать его с собой вот так мучить, это во-первых. Во-вторых, его в машину, я вам говорю, его надо затаскивать. Вот, я передние лапы его поставила и весь чуть-чуть. Потому что это ему тоже высоко на сиденье, так же, как и в багажник. И надо его затащить. Я его затащила, на себя смотрю, я вся белая. Вот. И он нелегкий. Чтобы его затаскивать. Да, мой зайка? Скажи, поэтому я лучше тут погуляю с мамой на поводке, а мама будет стараться побыстрее там все сделать, чтобы мы туда приезжали хотя бы на целый день, да, так, ну вот, или как-то там, чтобы он мог там и отдохнуть, и побегать, и попить, и поспать, а не так, что приехали и уехали. Вот. Да, мой зайка? Скажи, я не баллонка, которую можно посадить на переднее сиденье, я умещусь. Скажи, я на двух задних сиденьях еле уместился. Да, сынуля? И моя шуба, скажи, полетела по всему маминому салону. Удобная эта штука, конечно, удобная. Он никуда не упал, он как бы там не развалился, он в этой штуке находился. Ну вот сам факт, то, что его надо затащить в машину. Вот, и ты будешь вся в волосах. Ты же не будешь его, как пушинка, брать и туда посадил. Я его прижимаю к себе, естественно, чтобы туда запереть.
Сейчас оттает, я тебе дам. Сейчас холодненького, да. Так что вот, как-то так. Даже вот размотать сейчас, например, провода, да, и начать что-то делать. Он будет таскать эти провода, он будет ими играться, он будет, ну, то есть с ним работы на участке никакой не будет, потому что он будет играть. Пробуем. Вкусно и не горько. Я вырастила. Угу. Обалдеть. Очень вкусно. Любашка с канала Саранча мне посоветовала эти огурцы купить. Она не помнит, как что советовала, а я не помню, что покупала. Больше не будет такой маленький сливать, чуть-чуть дам подрасти. Просто было очень интересно попробовать. Жопу съедим. Даже жопа не горькая. О как. Вот.